У древних душа определялась как искра Божия в человеке. Поскольку Бог беспределен, то от беспредельности сколько ни возьми, меньше ее не станет, как вы сами понимаете. Начало любого человека – это та самая божественная плазма самого Создателя. И она в душе. Но она до определенного времени не функционирует так, как нам бы хотелось. Почему? Потому что она не совпадает по вибрациям с тем окружением души, ну, с той же плотью. Это не тело, это плоть. Мясо и кости – это плоть. То есть она по вибрациям с ними совпадает и как бы находится в закапсулированном состоянии. Но в ней, как вы сами понимаете, все знания мира. Потому что там, по сути дела, сам Бог. Ведь недаром же говорили раньше, «Царство Божие внутри вас есть». Помните слова Иисуса? Это точные слова. «Царство Божие внутри вас есть». Потому что Бог отдал вам свою искру жизни. А Бог никого и ничего не создает меньше себя. То есть вы – боги все по факту рождения, именно потому, что у вас есть душа, то есть та плазменная искра начала человека, духовного начала. Понимаете? То есть сначала было дух, а потом все остальное – мясо, кости наросли. И вот, если мы говорим о душе, то это как бы вот этот тот самый университет жизни, который вы носите внутри себя, и которым надо как-то постараться установить связь, отношения, контакт. Потому что если вы начнете устанавливать контакт, оттуда пойдут духовные импульсы. Обратите внимание, духовные. Это как свет в свете. Вот когда ясновидчески вы смотрите на свет, то внутри него всегда есть золотая нить. И она никаких ограничений по скорости света не имеет. То есть в световоде есть еще один световод. Духовная золотая нить. Там скорости мгновенные. Там говорить, что это просто больше, чем скорость света – тоже бессмысленно, она просто мгновенна. И вот когда вы начинаете приближаться по вибрациям своего мира ощущения, мира осознания, мира понимания к тем знаниям, которые есть у вас в душе, у вас скорость реагентности на все события мира возрастает вместе с этим, понимаете? И вы становитесь сами другими, потому что весь мир строится по душе.